Так звучит музыка, которую исполнили американские музыканты для брестских зрителей. Легкая, ритмичная и непринужденная. От традиционного до прогрессивного, от быстрых банджевых мелодий Эрла Скракса, который, собственно, и популяризировал трехпальцевый стиль исполнения музыки блюграсс, до лиричных вальсовых трехголосных, типично американских созвучий. Скрипачка и певица Барбара Лэмб вот уже более 20 лет проживает в Нэшвилле и гастролирует с лучшими музыкантами направлений блюграсс и кантри. Беларусь артистка посетила с группой Shipless Knights. Нас объединяет то, что называется музыкой блюграсс. Мы нравимся друг другу, мы любим друг друга и живем в одном городе. Но мы не постоянный ансамбль, а собираемся лишь на редких гастролях. Все участники коллектива уже на протяжении многих лет являются постоянными резидентами самой знаменитой и престижной концертной площадки кантри-музыки в Нэшвилле. Зарубежные музыканты успешно гастролируют по всему миру и побывали уже в более чем 15 странах. Беларусь пополнила этот список еще на одну. Американские артисты наш город посетили впервые. Здесь у них появились новые поклонники. Как оказалось, брестчанам нравится музыка, которую дополняет определенный стиль. Ковбойские шляпы, клетчатые рубашки и потертые джинсы. Группа дала такую волну позитива, хороших эмоций, кантри. У нас, конечно, есть пару коллективов в Беларуси, которые пробуют эту музыку, но на самом деле это намного ярче, намного, вот это просто живая музыка, именно и корни, откуда ее идут, это просто замечательно. Я очень люблю кантри, слушаю часто дома, и тут вдруг появилось такое, ну, на самом деле, очень просто какой-то позитив со всех сторон вдруг тебя поглотил. Очень положительная музыка, люди. Выступления артисты построили не только на музыке, но и на общении со зрителями. Музыканты отвечали на вопросы брестчан, импровизировали для жителей нашего города и даже сфотографировали зрителей со сцены. Поэтому обстановка в зале была достаточно разряженная и непринужденная, а ритмичные мелодии кантри-музыки только дополняли ее.